Как дела, Дуду? Ну, как? Кое-как. Бывало в жизни и получше, но жаловаться не приходится. По крайней мере, я до сих пор не на костре. Ты не думал о том, чтобы уехать из Новиграда? Из огня да в полыми. Здесь хоть войны нет, до голода тоже еще далеко, хотя живется все тяжелее. Тебе же не обязательно изображать человека. Я столько воплощений перепробовал, и все равно в людском теле интереснее всего. Это ж вы, господа этого мира. Ты отлично вжился в образ Менге. Даже не напоминай мне об этом. Отвратительно. Менге был не таким уж гнусным. Ты не понимаешь. Доплер принимает не только внешний вид объекта, в который воплощается. Я узнал, что у этой скотины было в голове. Через час мне уже хотелось переломать пальцы какой-нибудь чародейки. Через два я поймал себя на мысли, как бы посадить кого-нибудь на кол. А потом я начал бояться заговора доплеров. Расскажи, как вышло, что процветающий купец Бивервельд стал бедняком? Я могу рассказывать об этом долго или коротко. Лучше покороче. Война. Я думал, купцы на войнах богатеют. Мой большой недостаток — честность. Я не богател на чужой беде, платил налоги, не обманывал. А потом один корабль с моими товарами пошел ко дну. Я кое-как свел концы с концами, и тогда пираты со Скеллиги напали на второй. Но тут и я пошел ко дну. А когда пришла инфляция, процентные ставки поднялись, а я уже нет. Береги себя. Эти болваны меня в жизни не выследят. Что? Мы к господину Вилли. Господин ублюдок ожидает важных гостей. Убирайтесь! Подвыпердыши! Может, как-нибудь договоримся? Да, договоримся. Идите наверх. Шеф ждет. Это было странно. По меньшей мере. Интересно, что они собираются делать? Сейчас узнаем. Надо же, кого я вижу. Ты наконец нашел свою маленькую протеже. Правда, у тебя это отняло немного времени. По-моему, он выглядит живым и здоровым. А ты-то думал, что замочил меня? Ха-ха, сюрприз, сука! Завали хлебало, ведьма, пока его кто-то другой не закрыл. Довольно! Я закончу то, что ты начал. Ой, стойте, это же я, Дуду! Дуду Бивервельд! Вы меня правда не узнали? Дуду? Погоди, Цири. После налета на сокровищницу Дикстра ты исчез. Как я тебя нашел? Быстро! На площади мясников! Вы поставили пьесу Присциллы! Но ты вытащил меня на сцену! Отложи меч, Цири. Это Дуду. О, боги! Но вы меня и напугали. Обошлось бы без этого, если бы ты не обернулся ублюдком. О чем ты вообще думал? Когда мы от него убежали, я не знал, что мне делать. Я не мог больше скрываться. Рано или поздно меня все равно бы нашли. И тогда я принял решение.
Мы-то знали, что он умер, а больше никто и не догадался. Это был мой шанс. Никто не плакал по ублюдку-младшему. Своей никчемной жизни он не помог никому. Забавно, что его стали уважать только после смерти. Говорят, что каждый заслуживает второго шанса. Быть может, это правда. Ублюдок в определенном смысле получил свой второй шанс. Он разделил его с одним доплером, которого друзья называли Дуду. Я и не подозревала в тебе такой отваги. И я в себе тоже. Да, кстати, ты даже не представляешь, как я рад, что с тобой все в порядке. А я что не перерезала тебе горло? Тебя же могут раскрыть. Люди Вилли до сих пор не догадались. Его партнеры тоже нет. Даже вы повелись. И это могло для тебя плохо кончиться. Факт. Иногда меня заносит. Но обычно я очень осторожен. Интересный род занятий ты себе выбрал. У него всегда была деловая хватка. С борделями и азартными играми он тоже справится. Так в том-то и дело, что в этом нет нужды. Через 2 недели после смерти Вилли я объявил, что уверовал в вечный огонь, продал нелегальное дело и занялся морской торговлей. И никто из людей-ублюдка не протестовал? У меня есть знакомство в гильдиях, а потому доходы в 2 раза выше, чем раньше. Для людей Вилли в 2 раза больше крон в кошельке, значит в 2 раза больше уважения тому, кто кошелек дает. Ну, нам пора. Верно. Нужно еще заглянуть в Золотой Осетр. Рад был вас увидеть. Берегите себя. Ты тоже. Бывай, Дуду.